Привет, ребята, с вами Антон, им подождем проходить эфир. Ой, нас встречают, да? Окей. Еще один там остался, да? Вот это правильно. Это по-нашему. Я пытался связаться с президентом Армахема, госпожой Женевьевой Аристид. Ее нигде нет. Мне точно известно, что на момент захвата ее в штаб-квартире не было. Видимо, у нее есть причины скрываться. Эй! А это ты? Гейб Ниу, привет. Насколько я вижу, вы еще живы. Не вашими заботами. Что вы здесь делаете? А куда мне деваться? Лифты не работают, кругом солдаты. Вы бы это, нашли пост охраны и отключили блокировку. Надеюсь, на этот раз вы не исчезнете. Даю слово. Нам нужно блокировку управления лифтами отключить, да? Если я, конечно, все правильно понял. Проверишь? Давай. Ай-яй-яй. Хорош, правда? Разорвало шикарно. Боты немного упертые, надо сказать. Умирать не хотят вообще. Блин, заклинило. У-ху! Скотина, я тебя поймаю жить. Думал, на этаж выше уехал, все нормально будет. Нет, для тебя это просто так не пройдет. Козлюк. Инженер Армахема Нортон Мейпс в очередной раз сорвал попытку своей эвакуации. Местонахождение Фетула остается прежним. Любой ценой добраться до Фетула, пока он не сменил местонахождение.
Отлично. Тут стимулятор случайно не завалялся. Я был бы очень счастлив получить его. По идее, открыто должно быть. Но все равно закрыто. Странно. О, ага. Чудесно. Снова ты. Видишь кнопочку? Угадай, что она делает. Жирный ублюдок. Я тебя еще поймаю. В общем, турель мы уничтожили. И сейчас нам нужно возвращаться обратно. Такой вот расклад. Игра мотает туда-сюда. Не сказал, что это... Не сказать, что это прикольно было бы. Вообще не сказать. Замечательно. В результате мы попали вот за эту решеточку, где тут толстый был только что. Фокс. Интересно. А что тут получается? Ничего нету? Наверное, нет, да? Вот так вот. Будет с каждым. Финансы загружаются. Так, я был прав. Целью Персея была подготовка телепатов для управления солдатами-клонами. Фэтл был единственным, с кем они работали. Однако его все называют второй прототип. Странно. И куда нам теперь? Сюда, наверное, куда-то, да? Ах ты жирная сука. Застрял, жиробас сраный. Там еще сзади одна турель, да? Окей. Да, к сожалению, ничего интересного там не было, кроме аптечки. Если вам мешают очень сильно эти подгрузки, сообщите, пожалуйста. Бочку не взорвал. Пипец. Давайте сохранимся, что ли, на всякий случай.
Офигеть. Просто в мясо. Ой-ой-ой-ой-ой, валим отсюда. Никогда не любил этих роботов, они сумасшедшие. Они абсолютно невменяемые. Блин, 8 патронов осталось. Ай-яй-яй-яй-яй. Он уже хорошо покоцанный, кстати. Вот и все. Сдох, ублюдок. Пипец вообще. Да. Теперь что от нас требуется? А, понятно. Вроде пока все отлично идет, да? Нормально так. Это, несомненно, радует. Оба. Внимание! Химическая тревога. Включена аварийная блокировка. Нам бы патрон для дробовика достать. Было бы вообще все шикарно. То есть до Фэтова еще кто-то был, да? Ну, кто еще? Ладно, хватит. Поигрались и будет. Да? Хорош. Постарался на славу. Пипец тут навалено, конечно. Да.
После такого может показаться, что кто-то из них живой. Продолжайте. Угу, да, перекличка. Первая и последняя. Все, что ли? Получается только сюда. Сигнал Фетова снова пропал. Консультант из Армахима считает, что его передатчик мог быть переврежден в бою. Есть предположение, что инженер Нортон Мейпс в действительности пытается воспрепятствовать работе сотрудника ФИР. Задача и основное задание — установить местонахождение Фетова. Также следует арестовать и допросить Нортона Мейпса. Да, ну и расклад, друзья. Да. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Женевьева арестит. Йен, вы выслать мне копии всех материалов, которые вы собрали по проекту Источник. Вообще-то этим должен заниматься Харлан, но сейчас он настолько поглощен своими переживаниями, что ни о чем другом не вспоминает. Надеюсь, он вас там не слишком достал. Я беру на себя всю ответственность за то, что произошло с группой, однако словами ничего не вернуть. Чтобы выбраться из кризиса, мы должны объединить усилия. Заранее спасибо. Пожалуйста. Сообщений больше нет. Привет. Он про Сирию говорил сейчас. Я не понимал. Мертвые остаются мертвыми. Ну, наконец-то у него отлетела голова. Я так этого ждал долго. То только у клонов все отлетало. Хорош. Одного разрывало просто нереально. Еще насчет источника. Тут пишут, что причина его закрытия была некая синхронизация. Что это такое, тут не сказано, но похоже по режиму. Воюют, все воюют. Фетов направился к административному корпусу. Похоже, он идет за Элисовой. Ты должен опередить его. Элис располагает очень ценной информацией. Не, братюнь, валить отсюда я не собираюсь. Уж извини.
Ой. Супер. Куда идти-то? Гранатомет, да? Ой-ой-ой-ой-ой. Я так и знал, что он пригодится. Ты что, что будешь делать-то? Даже мне ходу не дает вообще. Хорошо действует, кстати. Офигеть, одни кости остаются. Пипец. Да, друзья, это, конечно, жесть самая натуральная. Тихо. Гасите свет! Вижу цель! Отлично. Ничего тут не надо? Не? Окей. Блин, забыл прочитать. Ну ладно. Интересно, по-моему, только что здесь была дверь, теперь ее нету. Ну ладно. Спасибо. Ага, спасибо. Одно новое сообщение. Первое сообщение. Харлан Вейд. Привет, это Харлан. Я уже неделю пытаюсь дозвониться до Женевьевы, но она, похоже, вообще не подходит к телефону. Увидишь ее, передай, что она влипла по самые уши. Ее гениальное решение расконсервировать саркофаг привело к необъяснимым и необратимым последствиям. Надеюсь, это ее обрадует. Сообщений больше нет. Thank you.
А, и куда же идти, друзья? Если я все правильно понял, конечно. Тогда обратно только получается, да? Ой, вовремя, вовремя мы с вами перескочили через него. Лестница что-то чересчур длинная уж. Это совсем не нравится мне. Интересно, нам надо было дверь идти или сюда? А, тут у нас бронька лежит и грена. А еще вот что. Так. Окей. Я тоже на это надеюсь. Но не знаю, так ли это или нет. Офигеть. Вот это самый шик просто, ну пополам разорвало. Окей. Let's go. Ага. Укрытие вас не спасет, ребята. Так и знаете. Хорош. Так, стоп. Мы вообще правильно идем-то, нет? Я аж потому что окончательно запутался. Еще одна? Что это было? Вылезайте. Все? Желающих больше нету, да? Ну тогда окей. Здесь раньше закрыто было, да? Понятно.
Место немного мрачное, не кажется ли вам? Офигеть. Что это было? Грена моя взорвалась, что ли, да? Ох, так. Еще бы определить теперь, куда идти. А, понятно. Значит, правильно идем. Окей. По заднице тебе. По заднице, по заднице. Где еще один остался? Хорош. Я доволен. Ай-яй-яй. Аптечки нужно пополнять. Причем, чем быстрее, тем лучше. Да, я прорываюсь. Ты не один из них. Я уж боялась, что меня никто не спасет. Два. Слава богу, это обширки. Первое сообщение. Чак Хабигер. Харлан, это Хабигер. Слушай, я прекрасно тебя понимаю, но у нас нет выбора. Саркофаг нужно уничтожить. Ты знаешь как. Если ты не хочешь делать это ради нас, подумай о своей дочери. Следующее сообщение. Фил Векиум. Харлан, ты был прав. Эта долбанутая сучка решила взорвать все к чертовой матери. Похоже, она окончательно съехала с катушек. В общем, с меня хватит, я улетаю на Таити. Буду валяться на пляже и пить коктейли, пока не утихнет вся эта шумиха. До встречи, приятель. Пока. Сообщений больше нет. Мне нужно к отцу. Где он? На каком-то секретном объекте. У него даже адреса нет, только координаты. Ходы туда замаскированы, но я знаю, как их искать. Похоже, эти данные я уже видел. Обыскать сектор! Противник! Вы имеете в виду вертолет? А может, лучше на машине? Она там, внизу, в гараже. Требуется подвеска! Так, где Элис? Иди сюда. Гоу. Быстрее, надо забрать отца. Не волнуйся.
Ортега. Я пойду к нему вместе с вами. Не выйдет. Вам было мало сегодняшнего дня? Как я мог отпустить стимулятор? Ну, подгрузка уровня говорит о том, что мы уже близко. Давайте сюда. Ну где-то там. Давай, топай. Хотя бы боты более-менее умные. Сама сообразила сюда спуститься. Спуститься. Ой-ой-ой. Эй, ты куда пошла? Иди сюда. Может, хватит дурака валять? Да ты это им скажи. А почему горят все этажи? Кто-то нажимает на кнопку вызова. Внимание! Ой-ой-ой. Закрывай! Тебя видно! Подняли боеприпасы, едем дальше. Ну, еще раз. Угу. Как куда? Боеприпас собрать вот куда. Когда же мы уже приедем на вертолетную площадку? Паршиво. Нужно помочь! Нормалёк. Не нужно убивать их всех. Да ладно. Это весело. Прости, я испугалась. Не привыкла, когда в меня стреляют. Что такое? Свет отключили. Я подожду. Блин, мой веселуха-то, а. Фух. Это прикольно. Мы правильно идем-то вообще? Я даже не представляю. Ситуация. Оперативный сотрудник ФИР потерял контакт с Элис Уэйт. Ее нынешнее местонахождение не установлено, на связь она не выходит. Спутниковая разведка невозможна. Задача найти Элис Уэйт и подготовить вертолетную площадку для ее эвакуации. Что ж, друзья, давайте мы на этом серию завершим. Надеюсь, она вам понравилась, так же, как и мне. Ставьте пальцы вверх, добавляйте подписчики. Всем спасибо за внимание и пока.